Всем привет! Вышел трейлер 12 серии сериала «Постучись в мою дверь» с Эрчел и Керемом Бурсином в главных ролях. В трейлере 12 нового эпизода «Постучись в мою дверь» Серкан признается Эде в любви. На слова Серкана «Я безумно полюбил тебя» Эда Илдис. Эда отвечает «Наши чувства взаимны» Серкан Балат. Также на канале Д вышел новый трейлер нового сериала «Неверный». В нем объявлена дата выхода первой серии, среда 7 октября в 20:00. В главных ролях Джонсу Дере и Джанер Чиндарук. В режиссерском кресле Неслыхан Эшилюрт, а сценарий написали Кемаль Хамамджиоглу и Дилара Памук. Ася Джонсу Дере – успешный врач. Ее муж Волкан Джанер Чиндарук – прекрасный муж и прекрасный отец. И их сын Али Алп Акар. Семья из трех человек всегда жила жизнью полной мира и счастья. Их отношения были чистые, как белые розы. Но до тех пор, пока Ася не увидела длинную желтую прядь волос на шарфе Волкана.